корзинка готова. Мы решили не сдаваться, приехали на то же самое место, в котором были первый раз, когда собрали много белых грибов. Вот, и сейчас заходим в самую чащу, в самую гущу леса. Здесь, смотрите, какой мох растет, поваленные деревья. Прям какая-то лесная сказка. Куст черники. Это очень вкусная ягодка. От нее очень сильно красятся губы, язык, зубы становятся немного фиолетовыми. Первый раз я попробовала чернику, когда ездила на Байкал. Мы еще пока идем к той полянке, на которой были. Нашли вот сколько мухоморов. Это несъедобные грибы. Запомните, они выглядят вот так. В крапинку. Кажется, Никита еще что-то нашел. Что ты нашел? Сыроежку нашел. Это такой гриб. Покажи. Какой малыш. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы ходить за грибами. Как вы обычно готовите грибы? Мы их обычно жарим с картошкой, добавляем сметану, получается очень вкусно, грибы с картошкой и сметаной. Делаем суп с грибами, туда бывает добавляется еще сырое яйцо, которое сворачивается при кипячении воды. Получается очень такой сытный вкусный суп, его тоже обычно едят со сметаной. Мы маринуем грибы, солим, сушим на зиму. Вокруг меня летает просто очень назойливый, я думаю, это слепень, то есть это насекомое, которое кусается, пьет кровь. Мы побрызгались, но он все равно летает и летает и летает вокруг меня. Вот мы решили отойти от дороги в сторону, посмотрим, найдем ли мы какие-нибудь грибы. Здесь очень мягкая земля, очень такая, как будто... О. Сыроежка. Как готовить съедобные грибы? Нужно их сначала отварить немного. Ой! Вообще надо сначала посмотреть, есть ли в них червячки. Если грибы червивые, то лучше их не есть. Нужно есть чистые грибы, без червячков. И отварить немного в соленой воде, а потом жарить. А? О, белый гриб. Смотри, как интересно лежат палки. Вот, это белый гриб. Из него очень вкусный суп получается. Давай, отрезай. Грибы нужно отрезать под корень. С корнем их вырывать не стоит, потому что так они не смогут размножаться. Красота! Я вообще грибы собирать не очень умею. Ух ты! Какая-то норка маленькая. Это муравейник? Да? Да, нет, это нет. Это муравейник. Смотрите, какой огромный муравейник. Муравьишки бегают, трудятся. Вот один какую-то палку большую несет. Ну да, старый белый. Жигневой. Вот рядом, в принципе, нормально еще стоит. Ого! Большой гриб, но он весь гнилой. Но это тоже какой-то не очень. Посмотрим. Ну да, он весь червивый. Очень приятно гулять по лесу. Что нашел? Никита, а в этих лесах были боевые действия во время войны? Вот еще один белый, большой. Ого! Вот еще один стоит. Какой здоровяк! Он тот прям красивенький. Да. Давай, бери его.
А скажи мне, были в этих лесах боевые действия? Ну да, были. Ну рядом были. Здесь вот именно не знаю, было ли. Опа. Здесь находили танки? Не знаю, Даша. Может быть и находили. Видишь, червивый. Уже потому что тепло. Ну, в принципе, на сушку пойдет. Здесь-то более-менее нормально. Вот это мы все вырежем. Сейчас чик-чик. Давай вот этот чикнем, посмотрим. Не надо, он ну, уже... Такие большие бывают, без червяков. Почему? Ну, потому что... Ого, какой он большой. Ого. Здоровяк. Ну, не в этот раз. Он еще очень сильно похож на поролон. Да, кстати, когда грибы срезаешь, их надо на самом деле оставлять шляпой вниз, чтобы они лучше размножались. Хорошо. Грибы размножаются спорами? Да. Ого, какое... Поваленное дерево большое, смотрите. Это маленькая сыроежка. Ой! Малыш, сыроежка. Хочу... О, смотрите, как классно. Наступаешь и просто проваливаешься в мягкость. Блин, Никит, я не знаю, как я тут пройду. Вообще. Что? Аромат классный, но запах стоит лесной. Да, очень классный лесной запах. О, не знаю, сможет ли моя камера передать. Ой, какая красивая паутинка. Сейчас я попробую с другой стороны. Видно, нет? Видно, что она немного мерцает на солнце. Опять большой муравейник. Так, надо его обойти, чтобы не разрушить. Подожди меня, пожалуйста. Не обязательно идти прямо вслед. Я хочу идти след вслед. Ух ты, какая красивая. Смотрите, папоротник. Да, это же папоротник. Да. Ох, комарьё начинает атаковать. Не знаю, насколько будет интересно смотреть это видео. Вот типичный мухомор, как рисуют в детских книжках обычно. Мухоморы такие красные. Вот это типичный. О, еще один. Боже мой, какая красота. Надо его сфотографировать. Мы стараемся идти одним маршрутом, чтобы помнить, что дорога была сзади слева, чтобы потом вернуться. Но на всякий случай мы взяли с собой воду. Мало ли, как бывает. Еще можно ориентироваться по солнцу. Я, наверное, это уже говорила ранее. Когда входишь в лес, нужно запоминать, с какой стороны светит солнце. И потом, получается, ориентироваться, выходя также по солнцу. О, грязь! Мы шли минут, наверное, 10. Вот, смотрите, что мы тут. Какой-то интересный гриб. Белый? Подожди, я подойду. Где же белый? Где же? Вот он! Маленький.
маленький белый гриб. Давай, срезай. Рядом могут быть еще. Угу. Хороший улов. Даже немного жарко стало. Но капюшон я снимать не буду, иначе меня закусают комары. Чего? Ну, смотрите, обычно один белый как бы, ну, не растет, рядом должен быть еще. Так, будем смотреть. Вон там валяется. Спрятался. А вот еще один маленький, малютка совсем. Потом вернемся, еще черники поедим. Ух ты, какой красивенький. Вроде подосиновик. Да, подосиновик. Его кто-то пожрал, смотри. Но мы его не будем брать. Почему не будем? Ну, потому что его какая-то мышка поела. Нет. Вот так вот. Грибники настоящие берут все, что попадается на пути. Чистый, надо брать. Так, ну, ладно. Вон, смотри, там какие-то грибы еще стоят. Ух ты, красивенькие. Аккуратно, не наступи. Смотрите, лесной брауни. А точнее, гриб чага, который растет на деревьях. Из-за того, что дерево упало, гриб тоже высох. Вот так он выглядит, когда он на дереве. Вот, смотрите, еще какие-то грибочки на дереве. Птицы поют. Моя бабушка живет в Казахстане. Это мама моей мамы. Мне было 7 лет. Меня оставляли на лето в Казахстане у бабушки. У нее была дача. И мы с ней с дачи, с ее подружками тогда пешком ходили в лес и там собирали тоже грибы. Еще там очень много росло земляники, такой маленькой ягодки, похожей на клубнику, то есть только земляника. Она очень ароматная. Также там дикая вишня есть. Больше всего мне нравилось ходить в такие мини-походы из-за... Опа, гриб какой-то. Какой гриб? Подосиновик вроде. Ух ты, какой он интересный. Как будто хлебушек. Пирожок. Пирожок, да. Там по нему ползет какая-то лебяка. Лучше не срезай, он какой-то трухлявый. Ну да. Трухлявый гриб. Больше всего я любила такие мини-походы с бабушкой, потому что она всегда заранее нажаривала разных пирожков. Особенно мне нравились пирожки с зеленым луком и яйцом. Варили яйца, собирали редис, огурцы, помидоры. И у нас получался такой... Что? Три белых. Не дашь мне рассказать историю никак. Ого! Это разве белые? Белые, да. У них просто так шляпа вывернула. А почему у них шляпу вывернула? Ну, не знаю, так захотелось. Потому что здесь были чернобыльские дожди? Возможно. Кстати, да, если кто не знает, после аварии в Чернобыле над Ленинградской областью были осадки радиоактивные, и у местных жителей даже есть специальное чернобыльское удостоверение, то есть это означает, что им причисляются какие-то льготы за то, что они попали под этот чернобыльский радиоактивный дождь. Вот, Никита, какие у тебя льготы? Дробовые защищают 300 рублей в месяц. Сколько? 100 в месяц? 300-400. 300 рублей в месяц. Это плата за то, что люди попали под чернобыльские дожди. Но в принципе неплохо, когда... Не, ну там есть и другие льготы. Какие есть еще? Бесплатный проезд. А, да, еще бесплатный проезд. Бесплатный. 400 рублей в
Там, получается, очень такой небольшой тариф. Нужно оплачивать 400 рублей в месяц за то, что ты ездишь на общественном транспорте. Но это выходит намного дешевле, чем, например, трачу я на проезд. Я похожа на лесного эльфа. Мне кажется, мы уходим с маршрута. Вот. И что я там рассказывала про бабушку? Ну, в общем, да, и мне нравилось ходить в эти маленькие походы, потому что мы шли на какую-нибудь сопку, собирали ягоды, собирали грибы, и потом выбирали какое-нибудь хорошее место, удобное, на камне, и раскладывали наш такой пикник с пирожками, с чаем из термоса. Вот. Еще фирменный рецепт чая моей бабушки — это смородиновые листья, мята, чабрец. Это все заливается кипятком, стоит минут 5, и потом вы можете пить такой вкусный ароматный чай. Он очень хорошо летом утоляет жажду. Надо будет нам сегодня тоже такой сделать. Меня радует, что репеллент работает, и комары летают, но не кусают. Фух. С непривычки немного устаешь, гуляя по лесу, из-за того, что воздух очень свежий, и в процессе прогулки ты им дышишь, и начинает немного кружиться голова. Один подосиновик и второй. Даша, вон третий еще. А где третий? Вон там, вон. Вон, пальцем показывай. Видишь, я там? Не вижу. Ну иди, покажи. Они как бы растут все в линию. Так, идем по линии. Правее играть. Правее? Угу. Увидела большой фото? Прикинь, нет, не увидела. А, вон в лесу? Угу. Ого! Похож на пирожок. Еще один пирожок. Смотрите, какой грибочек. А вот наша скромная корзинка. Царь-гриб. Вот бутылка для сравнения. Но мы, я думаю, вырезать не будем. Он 100% червивый. Да, чернобыльский. Чернобыльский. Сёма нас встречает. Сёмочка! Перед тем, как готовить суп, грибы нужно помыть, замочить в соленой воде. Наливаем холодную воду, насыпаем соль. Немного ждем, и затем можно резать и ставить суп вариться. После того, как вы несколько раз замочите в соленой воде грибы, все лишнее нужно удалить и порезать на желаемые кусочки. Мы любим крупные кусочки. Налить в кастрюлю воды и поставить на огонь. И идти отдыхать. При варке грибов появится такая пена, ее можно собрать ложечкой аккуратно, либо слить этот бульон и налить. Нет. Не надо сливать бульон. Ты еще грибной бульон сливать собралась? Хорошо, бульон сливать не надо, просто нужно убрать лишнюю пену ложечкой. В суп также идет зеленый лук, можно обычный лук, репчатый, морковь. Это морковь с нашего огорода, поэтому она так выглядит, зато это органика. И картофель. А? Грибы должны повариться минут 30, прежде чем мы закинем в кастрюлю картошку и морковь. Не забывайте убирать пенку. Эффектно. Ну давай, давай.
Ну вот картофель и морковь сварились, можно добавлять лук. И последний этап приготовления – это добавление сырого яйца. Если вы не любите яйца, можете не добавлять. На данную кастрюлю мы разбили 3 яйца и вылили в кастрюлю. Видите, сразу же белок свернулся и желток. И получается такой более густой бульон. А, ну еще вы можете по вкусу добавить какие-нибудь специи. Мы пока что добавили просто немного соли. Если вы любите перец, можно немного поперчить.